Всем привет! По запросу одной моей милой подписчицы, сегодня я покажу вам комнату своих принцесс. Мы заехали в эту квартиру не так давно, поэтому совсем недавно эта комната приобрела наконец-таки законченный вид. И вот так выглядит наша детская комната. Когда в нее заходишь, то сразу натыкаешься на вот такой пеленальный столик и шкаф. Пеленальный столик-комод мы заказывали на одном российском сайте. Я также его видела и в казахстанских интернет-магазинах. Кстати, когда столик уже не будет нужен, верх можно убрать и продолжать использовать как комод. Тут хранится исключительно одежда младшей дочери. В первом ящике лежат вещи на выход, к примеру, вот такой крутой кардиган горчичного цвета, мы его еще ни разу не носили. И его можно надеть, к примеру, с этими джинсиками. Во втором ящике хранятся пеленочки и разная обувка, а также шапочки. В следующем ящике вещи для дома. Вещей для дома у нас всегда больше, чем вещей на выход, потому что ребенок еще маленький. Тут слипики, бодики, штанишки, носочки и так далее. В последнем ящике подгузники и влажные салфетки. Рядом со столиком расположился шкафчик из IKEA и полочки для книжек, которые сделал наш папа. Тут у нас хранятся книжки Айланы, вот ее любимая история про кошечку. Это ночник хендмейд, это просто моя большая-большая любовь, очень красиво светится ночью. И также можно регулировать свет, яркость и вообще режим при помощи пультика. Внизу на полочке стоит гигрометр-термометр. Сейчас в этой комнате ужасно жарко и сухо, и Комаровский бы, наверное, вообще сошел с ума. Так как я довольно долго в ней снимаю, и окно закрыто, понятное дело. Конечно, я после съемок обязательно проветрю здесь и включу наш старенький увлажнитель на полную катушку. В этом большом ящике хранятся все наши игрушки. Их не так уж и много, но это все, во что реально играется моя дочь. А этот шкафчик уже старшенькой дочери полностью. Тут у нее висит все, что должно висеть. А в ящиках раздельно верх, низ, а также всякие трусики, носочки, все отдельно. А это наш яркий-яркий ковер. Прямо напротив входа находится окно, и на подоконнике у нас стоит одинокая гузмания. Я только-только начинаю заниматься цветоводством. Пока вроде неплохо получается. Шторы у нас тоже из IKEA. И дальше в углу у нас стоит кроватка Саяны, которая досталась ей наследство от старшей сестры. Мы только обновили постельное белье, бортики. Раньше все было белым. А это наш любимый со старшей доченькой уголок. Тут мы рисуем, красим, лепим. В общем, уголок творчества. Тоже розового цвета. Изначально, кстати, мы не знали, какого цвета будет комната, пока не узнали пол второго ребенка. И как только мы узнали, что у нас будет еще одна доча, то сразу решили, все будет розовым. Поэтому сначала мы сделали такие нейтральные стены в горошек, чтобы потом, в зависимости от пола ребенка, можно было переиграть как-то с цветами. Тут у нас получается на трех стенах такие обычные обои в горошек, и на одной стене такой лес, в котором сидят совы, белки и другие зверята. И, наконец,
кровать Айланы. Она раздвижная, то есть по мере роста ребенка кровать тоже будет расти в длину. Постельное белье тоже хендмейд. Без этой лошадки, которую дочь называет Агого, она вообще не засыпает. И, кстати, она ее выбрала самостоятельно в магазине. И рядом стоит наш любимый мольберт. И это было все. Спасибо большое за внимание. Увидимся очень скоро. Пока-пока.